Всем привет! Третья неделя. Надеюсь, вам понравилось прошлое видео, где я делал чисто такое one day, один день в карантине, чем что я занимаюсь. Сегодня вот сижу и пишу, ну, точнее, читаю, работаю над своей докторской. Вот, новостей пока никаких. В стране вроде бы ничего не сильного не произошло. Вечером еще посмотрю новости, но в Твиттере что будет написано. А так, вот так вот проходит такое начало третьей недели. Вы уже видели в прошлом видео, вчера все сделал, сходил в магазин, сходил в банк и так далее. То теперь целую неделю дома сидеть. Вечером, наверное, пойду на прогулку, пока еще разрешают. Все еще тот же день, пошел на прогулку. Ничего нового, народу мало. На тротуарах все как бы друг друга обходят по сторонам. Вот. Ну, а в целом... Ну, я в город не ходил, поэтому не знаю, наверное, там тоже все труба. А, и заказал себе, я сейчас жду Uber Eats еду. Вот. Ну и все. Люди аплодируют для NHS. Надеюсь, вам слышно. Всем привет! Сегодня воскресенье, конец недели, погода отличная. Я сделал то, что британское правительство не рекомендовало делать. Они сказали, хоть погода будет хорошая, но постарайтесь дома сидеть. Но, поскольку нам разрешено раз в день выходить на прогулку, я пошел на прогулку. Бегать сегодня не решился. Видите, у меня там солнце светит. Вот, как вам мои усы. Усы такие нормальные. Вот. Пойду на прогулку, пойду немножко другим маршрутом, как я обычно бегаю, но тоже на такую длинную, чтобы сразу так за всю неделю, потому что в эту неделю я вообще как-то ничего особенно не ходил. И вот, как вы видели, влог какой-то такой получился, ну, странный, короткий, ну, потому что реально ничего не происходит. Но, скажем так, что я пойду на прогулку, если на прогулке что-то будет еще, я вам поснимаю, покажу, конечно, какие-то мыслями поделюсь. А так, ну вот, можно сказать, мы уже начинаем с вами прощаться на этой неделе, а на следующей неделе посмотрим, что будет. Фух, жарко, прям так, что снял кофту, я, ну, снял эту жилетку, я бы еще кофту снял бы. Но думаю, мне с кофты будет слишком холодно, такого баланса нет. Иду, значит, нахожусь сейчас в центральном парке в нашем городе, что есть. И народу, ну, немного, но как бы достаточно много, что я решил, что не буду. Я хотел по ним прогуляться, как бы круг, и пойти домой. Но я сейчас вот как бы вошел. Смотрите, ну, вам не видно, наверное, но сейчас я приближу. Не приближает. Ну, короче, смотрите, как бы народу много. И в этом смысле я подумал, что это как бы, ну, не то, что, ну, это небезопасно. Я понимаю, что на природе, но никто не хочет обходить. Там я всегда прижимаюсь к краю тротуара, народ не хочет. А особенно меня напрягают те, кто парочками ходят. И они нет, чтобы прижаться к одной стороне, когда ты идешь мимо них, да? Они вообще нифига не делают, идут посреди дороги. У людей полная безответственность. Вот. Ну, поэтому пойду сейчас назад. Как бы жарковато. Пойду к воде. У нас тут залив. Пойду к нему. Там прогуляюсь и пойду уже домой. Странно то, что центр города. Выходные, но не видел ни одного полицейского еще. Когда на прошлой неделе ходил посреди недели, то было много. Сейчас хорошая погода, сняла, в парке полицейских не было, и тут в городе странно. Вот, пришел уже домой, буду, в общем, заканчивать влог, потому что нужно его будет монтировать, и как раз, чтобы вам выставлять в воскресенье, чтобы вы видели. Вот, сказать нечего, никаких, как я уже говорил, никаких новостей с точки зрения государства нету. Я уже перестал смотреть, сколько там зараженных, потому что достаточно много построили временные госпитали в Лондоне и в каких-то еще других местах. Вот, поэтому готовятся. И как я понимаю, что самое худшее для Великобритании, по крайней мере, еще впереди. Сейчас начало апреля, погода теплеет. Может быть, как и обычный грипп с потеплением и коронавирус уменьшится. Я все еще надеюсь, что в мае мне удастся поехать в Эстонию. Но поживем увидим. Насчет учебы я вот читаю, но какой-то мотивации нету, поэтому немножечко читаю.
Но на следующей неделе нужно будет заняться нормально, потому что мне нужно сделать один митинг со всеми моими научными руководителями, потому что мне нужно будет к маю отчитаться, за что я за год, в общем, успел, что сделал. Вот, поэтому нужно будет сделать вот такой митинг. И все, буду прощаться. Вот это была вот еще одна неделя в карантине. Следующее видео выйдет уже через неделю. А вы пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео.